Дети из Кыргызстана, Белоруссии, Болгарии и Казахстана стали победителями первого кубка Анатолия Карпова по шахматам. С 28 июня по 8 июля на Иссык-Куле проходили поединки с шахматными фигурами. Более 70 спортсменов младше 12 лет играли по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 минут плюс 30 секунд. В церемонии награждения победителей турнира участвовали многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Карпов и вице-президент Международной шахматной федерации Георгиос Макрополос. Это будущее для нашего сообщества. Эти дети счастливчики, потому что они вовлечены в движение шахмат. Они стали прекрасными врачами, доцарами, учителями, математиками, не будут приносить пользу нашему обществу. Это именно то, что дает шахматы нам. Поглашу аплодисменты меморандум, а за их сотрудничество. Президент Федерации шахмат Кыргызстана Милан Турпанов сказал, что турнир планируют проводить ежегодно и охватить большее количество стран. Я уже несколько раз приезжал сюда, четвертый раз за два года. Это говорит о том, что действительно изменилась шахматная жизнь, изменилось отношение и возвращается в народе та популярность шахмат, которая была, скажем, 40 лет назад, 30 лет назад. Сейчас мы много работаем над тем, чтобы возродился республиканский шахматный клуб в Бишкеке. Я очень рад, что мы снова встретились. Приятно быть с вами, я желаю успехов и надеюсь, что этот турнир действительно станет традиционным и будет проводиться много-много лет. Шахматный король Анатолий Карпов, в честь которого разыгран первый кубок среди детей, начал играть в 5 лет. В 9 лет получил первый разряд. В 14 лет стал мастером спорта СССР, а в 23 года был объявлен чемпионом мира. Победитель, Карпов.